Итак, в эфире я. Ой, какой в эфире? Лицензии есть? Нет. Ладно. В общем, начнем новую жизнь. Моя собственная, как бы, история. Ой, давайте не так. Давайте так. Итак. Здравствуй, Коул. Ледяные солдаты готовы помочь тебе разобраться с ополчением, но за одну услугу. Говори. Ополченцы захватили в плен множество наших солдат. Освободи их. А ты? Я буду ждать тебя здесь. Приходи, когда все будет готово. Окей. Так, нужно освободить пленных. Так у Коула появляется шанс задружиться с ледяными солдатами. Все-таки какие-никакие, а союзники. Вот что называется, когда хочу сделать круто, выходит как всегда. О, сейчас получилось. Кстати, Коула с помощью антиграмма может делать разворот на 36 градусов. Блин, долгое слово. Вот здесь. Эй! У тебя ж получалось! Во! Пожалуйста. Так Коул умеет. Опять та же проблема с слишком долгими перемещениями по городу, но тут хотя бы есть все способности, в отличие от пилы. Это я умалчиваю о том, как долго я все это создавал. Источник генератор. Спасибо, Коул, ополченцы схватили наших друзей. Освободи их тоже. Мы на лугу не останемся. Хорошо. Старых друзей освободить. Так. Думаю, я немного пролетел. А нет, все нормально, как раз. Ха-ха, вот это жесть. Обесточаем генератор. Спасибо, Коул. Зови, когда понадобится помощь. Мы сможем доложить крушителю о том, что все сделано. А крушитель у нас такой злобный дядька.
Так. Теперь туда. А лучше сюда. Оп. А, нет, все. Провода кончаются. Ну, уже. Нам вон куда-то вот туда надо. А, вот, блин. О, все готово. О, здорово. Тогда я передам всем солдатам, чтобы... Звонок Коула. Телефона Коула. Алло? Коул, у нас напала армия ополченцев. Сделай что-нибудь. Мы долго не протянем. Коул, уже бегу. Крутитесь, собери солдат и живо за мной. Беги, я и мои солдаты подоспеют вовремя. Только не подведи. Вот. Первая часть закончена, и что мы видим? А, мы тут не увидим. То есть придется самому. Просто там, если проходить не как мои миссии, а как общие, то мы сможем всех подряд пройти. Вот как я уже ранее говорил, здесь два разных крышителя на двух разных крышах я не смог сделать почему-то такого на одной. Далее, новая жизнь, часть 2. Повыше. Огонек меня немного напрягает. Зик, о, держитесь, я уже иду. Быстрее, Коул! Вот, тут бойня. Они стараются... Коул, нет! Её убили. Ну, вы поняли, да? Надо отомстить! Убить их всех, нахуй. Ой. Вылез, тварь. А снова живой. Значит, я точностью промахнулся, понимаете? Я точностью промахнулся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Защитите Зика. Прикольная битва была. Так. Вот он. Все будет хорошо. Ко, она... Да. Где тебя носила, Коул? Появись тут чуть раньше, она осталась бы жива. Когда было новых союзников. И где они? Может, не такие уж и союзники, раз не пришли к нам на помощь. Мне жаль. Эх, сделанного не вернешь. Пойду надеру им их вонючие задницы. Они заплатят за Кулу. Что-то случилось? Кула мертва. Почему ты не пришел? Нас атаковали ополченцы, и поэтому мы задержались. Не верю ни единому слову, но мне не было бы лишней помощи вместе. Моих солдат в своем распоряжении.
Пусть будут наготове. Когда я подам сигнал, они атакуют. Они должны следовать за мной незаметно. Будет сделано. И да, ты тоже пойдешь. Как скажешь. Ждите сигнала. 15 минут спустя. Чаната Коул, вали отсюда, пока мы из тебя решето не сделали. Вы убили Куо, поэтому вас ждет смерть. Ты всего один, а знаешь, сколько нас? Ноль. Ледяные солдаты в атаку! И я в атаку. Ой. Ну конечно. Вот обязательно надо все испоганить. Ой-ой-ой, все, наконец. А где крушитель? Он же тоже должен быть здесь. А вон он наверху, на крыше. Кажется. Что он там делает? Слышишь, слайс отсюда. Ну и вот последний. Я убью вас всех до единого. Коул зазлился, это видно. Вот тут много чего поставлено. Там тоже не менее много чего поставлено. Вот эта сцена с видом на разорванные краны. Тут начало миссии. Тут вот битва и диалоги. Вот. Теперь третья часть. Ненавистный, над которой я парился очень долго. Точнее, я больше всего парился над девятой. Вот. Но это, так сказать, тоже сложно было. Еще над десятой. Кол, я тут кое-что обнаружил. И что же? Долго объяснять, может, взгляни на это. Окей. Если вы можете заметили, то тут сменяется время суток. Начиналось все с заката, сейчас уже ночь. И каждые две части меняется время суток. Ну конечно. Чувствую, когда я снимаю, какая-то фигня происходит, которая все портит. Вот опять, Блин. Боже. Ну и на что я должен смотреть? Тут была битва. А также тут был и Бертран. Зачем мне эта информация? Он тут кое-что оставил. Вероятно, сейчас он где-то в башне грехов. Как ты это узнал? Неважно, нам надо спешить. Тебе нужно за ним следовать. И, пожалуй, переключи за следующую часть. То у меня уже лимит записи кончается.